Давай, гляди.
надо, не надо, не надо. Ждем здесь, здесь ждем. Поднялись, поднялись, здесь ждем. Двор поуже в середину. Не надо угол, угол держать. Олег, один, один. Поднялись, поднялись, глубоко очень. Один. Нет, вот есть. Вот, вот. Антон, уходи, уходи, уходи. Ходи, ходи. Себе, себе в ноги. Да, да, Миш. Оп, еще Фабри, Фабри, Валерий, оставь. Лево, право. Останови, поменяй. Что мы на мяч смотрим? Ребят, давайте мяч просто давай, сейчас давай, попробуем. Очень глубоко. Ближе! Иди. Все, вперед, ближе, Кай! Вообще! Все, 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 ладно, 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 ладно. Лево, лево, право, право, здесь. Там, Олег. Эрик, Эрик, поворачивай. Да, вперед не пускай. Вчера. Да, пути. Все, тихо, 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 тихо. Сзади, сзади. Петрос, Петрос, просто гони. Вот и все, гони. Некому. Гони, гриф. Пойдет. Гриф. 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 Вот очень глубокой, да? Серёг, кое-кое, Серёг! Дай, 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 дай! 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 Дай, 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 поднимайся, поднимайся, правый, правый, выше, смотрите на мяч. Дима, перед тобой, погнали, продолжать себя надо. Дима, правее. Серый, серый есть. Дай, дай, дай. Центр, центр. Центр. Оп, Валера. Валера. Проигрывай. Ладно, ладно. Валера, меняй, Валера. Сейчас, спокойно. Тут вот фланг есть, а что вы туда? Иди, Валер, есть, есть. Валер! Один, один! Ну, обыграйте лучше вниз, почему вы туда пропали? Валер, гони, гони. Иди, гриб, иди, гриб, поднимайся. Где все это? Иди на стоп, проходи. Хорош, Сай. Прикольно. Я скажу.
ничего не слышно, но одно флаги делать. Мяч, Рон! Давай, все. Можно? Можно? Мисс, надежнее, мисс. Давай, 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 давай
Олег, мелко! Мелко, сбей! Так! Левая нога! Левая! Так! Все, хорош, останови! Ребята, один в один там разберитесь! Хавы выходит, вы там разберитесь один в один-то, а вы смотрите все на мяч! Поэтому по одному выдергивается из зон. Вот и вот.
Вася, вот здесь точно такой же момент был. Давай, играй.
Серега! Серега, играем! Поэтому
лучше мяч чуть-чуть. Давай, Гриба, давай! Давай! Хорош, Гриба, хорош! Вверх, поле! Давай, давай, играй в середине! Поменьше, давай, давай! Рома, Рома! Середину, Ром! Здорово. А что сейчас поставить? Там, блядь, здесь рука на спине. Садись, садись, садись! Садись, садись! Садись, садись!
Один!
Давай, 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 давай! Ждем, ждем, ждем! Серый, перестройся, спина! Упорный где? Хорош, Володь! Здесь, поднимись, поднимись! Сюда, в середину, сместись просто, и все. Заполни, да. Мячу, Вань. Да ладно, тебе там хотя крыша реально от дождя защищает. Да, нет, защищает. Смотри, мы крышу смотрели. Вы ее не забрали, вы ее купили. Я не играю. Можно? Рэп, можно? Слушай, покрытие какое-нибудь, которое не мокнет, да, наставить? Да тут просто вот крышу вот так опустить чуть ниже, и все. Забирай. Вот зачем вот этот подъем? Сделай конец скос вот в эту сторону, все будет нормально. Да не, ну очевидно. Когда косой дождь не будет попадать, то самая проблема же с косого дождя. Ну и дыры, конечно, залатать. Вот эта шикарная дырка крыши, с которой вода шурует просто. Так, подожди, там все мокрое. Лево, 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 Я даже знаю, кто. Право, право. Я тоже знаю, кто, не поверите. Ладно, после прошлых выходных, где 4 трансляции не вылазят, отсюда дал. Да. Я тогда не то что купил, я тогда потерял дар речи. Ну так ты же не комментировал, не страшно. Почему? Я и комментировал. Я и режиссировал, комментировал все игры. Они что, все сдохли, твои помощники? Поэтому новенькие? Нет, они просто подыхались за одну игру. Я одного отправлял греться, второй шел сюда снимать. Ну когда это? Неделю назад. Где? Здесь.
старайся быть. Да. Ищи вышку, пожалуйста, на первом поле, поле окруженное трибунами. Видишь вышку, иди к ней, вход со второго поля. Ну, не вход, а скалолазовский подъем. Все, гони, гони его, гони его. Я говорил, когда девушка скалолазка, это хорошо. Так девушка идет к нам, да? Да. Черт, а я не причесан? Что за фигня? Я не понял. Крепкий хват. Молодежь, что поделаешь? Блин, вот у него класс полный в школе. Это класс называется «Возвращение». Это зависть тебе сейчас говорит? Нет. Хорош, хорош, Вань, ничего, давай, давай. Сыпай. Он учился в спортивном классе. У них в классе были пловцы, а из девушек, ну, как бы там лицей был. Плохо заберет у тебя. Только гимнастки. А вот, и так совпало, что их год пловцов было мало, их было 5 человек. А девочек наоборот много. Там были гимнастки, пловчихи и скалолазки. И пловчих было. Ой, гимнасток 8, пловчих 6. А 2 спортивные гимнастки, 1 скалолазка. А, еще 4 танцовщицы. Я сейчас начну скулить от зависти. Чем ты развиваешься? Ему нравится. Я просто решил, что я брутал. Нет, просто выйти в другую вечеринку. Какой зашибный спор. Нет. Блин, это вообще вот реально. Я понял, это минус один сразу, и больше я его здесь не увижу. Да он в Крылатском живет, ему на ворота дома. Ему ехать, а что? Пухнуло здесь, считай. Давай, кстати, да, даже на такси ехать 3 минуты до дома. Давай, давай, ребят, давай, давай. С него, ребята! Криво, криво! Когда мы закончим такси, будет ультра дешево. Я надеюсь, мы правда 22:30 закончим. Дай бог. Но здесь вроде по расписанию это идет. Это вот на втором поле была задержка 20 минут. Да, я читал. Выше! Выше! Серега! Иди, иди! Хорош! Хорош, Вов! Серый, ты бросай, 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 не будет! Ненавижу дождь, ненавижу, блин, алкоголь, запах. Вот, чуть-чуть назад, вот, не, а, я не ну блин, ну нельзя здесь делать условия, как нельзя заходить. Все просто, дешево, сердито, блин, теплая будка рядом с оператором, операторы ходят греются, никто не мерзнет. Тут, блин, режиссеру приходится просто умирать. То есть мне приходится. А, просто обращаю внимание, что ты еще не умер. Только ноешь постоянно. Пробуй! Неприятно. Так возьми, умри один раз, можешь поставить. Хорош, давай, 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 еще немножко. Знаешь, в мои планы это не входило. Я хотел хотя бы до 37 дожить. А дальше уже как бы. А ты стихи пишешь? Да нет, на самом деле уже давно канал был написал. Какой-то у меня творческий кризис. Хотя так чувствую, если я об этом году ничего не знам до конца года, контракт разорвет. Давай, давай, мужики, да. Нормально, нормальненько сейчас. Гони, 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 через защиту! Опа! Опа! Ну просто... Как быть твоим? О, скоро не надо! О, все! Жизнь удалась. Отвратительно. Больше, чем сирену в шувале. Блин, слушай, чувствую, что мне придется играть запись. Давай, не работай, давай, давай, давай! Все классно. Вот это. Держи! Держи!
Сейчас 4-2 стало. О, класс. Я посмотрю. Домой-то ползу. Ветераны. Надо интересно посмотреть, в каком составе приедут. Вроде обещают Алдонина. Иначе зачем ставить трансляцию в такую дырку? Слушай, Алдонин в прошлый раз приехал, ничего не показал вообще. Я снимал. Ну, он на расслабоне играет. Они там все такие. 5 минут. Я думаю, нет смысла пытаться. Вот. Чуть ниже садитесь, двое играйте. Он один в один, ты ниже. И пробуй. Типа отгребал. Да. Страйте, он в один, ты перейдите. Сели сверху. Россия прямо у нас. На нас, на меня и на компьютер. Гони! Комментатор где стоит? Где поймаешь, там и стоит. Я где? Вот, видишь, на сетке, вот сюда. Гони, гони его, гони! Вот, да, его. А Игорь, хватит, вот хорош! И не торопись! Это такая опасная. Но пока еще никто не падал, даже Вера не падал. Вот сюда? Не на пол, не на пол. Да, конечно. И вот книгу. Три! Доигрывай! Раз-два! Ура! Вставай радио петлички. Что, у него здесь инфаркт случится, если петлички не взят? Ты что? Серый, поднимись, может на тебя, да. Встала и вышла отсюда. Алло. Твоя задача просто дать ему петлю и все. Плюс, не знаю.
замучить его так, нажать и так далее. Но вряд ли что-то понадобится. Сейчас будет гол. Не будет, это Успенская. Что отдаешь? Вот эту пятничку просто даешь, ему ее вот так нацепишь, чтобы она смотрела. Вот так вот была, ему прямо в морду смотрела, но так снизу, но не под. И она у него будет вот эта штука. А да, он да, оттуда да. будет. Конечно. Да, просто на окно ее поставишь, скажешь, что пусть она так стоит и все. Спускаться тоже задом. Да? У него нога после болит. Нет, у него рука после меняла болит. Он порвал ориентал крюк.